Я приобрел участок в красивой земле еще в 2011 году. Построили домик. Работаем в Москве, а приезжаем сюда отдыхать, наслаждаться тишиной, природой. Со строительством дома приобретаешь новых знакомых, хороших соседей. Вот сосед напротив меня. Общаемся, дружим, встречаемся. Как в песне поется: приходите в мой дом, мои двери открыты. Но дом для того и построен, чтобы встречаться, радоваться жизни. Радует, что идут какие-то движения по благоустройству, дороги делают, освещение. Ну, вот планируем, что, может быть, магистральный газ скоро сделают. Приятно после такого трудового дня, с будничной суеты, приехать и отдохнуть в своем доме. Планирую жить здесь постоянно. Я доволен.